Всем здравия! Несмотря на все сложности, которые постоянно присутствуют в жизни приюта, мы хотим поделиться с вами нашими радостями, которые для нас творите вы, друзья. Это видео про распаковки и подарки. Здравствуйте, Александра! Что это у вас? Очередная распаковка. Да, скорее надо идти, интересно, что же там? Итак, мы приступаем к распаковке! Распаковываем! Любимое дело. Ну, конечно. Откуда подарки? От Анны из Казахстана. Ножницы можно положить. Подарочки. Смотрим. Пакетики хорошие. Так, смотрим. Письмо опять. Письмо мы почитаем, наверное, потом сами. Да? Вкусняшки для пикчера и морды. Подписано тут все специально. Это а Сашуля, в письме, это, наверное, знаете, что в письме? Наклейки для ногтей, да? Ух ты. Видишь? Плохо видно. Да, на наклейки для ногтей. Ладно, спасибо. Я так понимаю, что это мне. Ладно. А это мне. Короче, мы почитаем письмо попозже уже сами. Да. Без видео. Смотри, что это? Ой, какая хорошенькая. Это что? Это кому? Это игрушка. Для Бублика или Фоксика. Да прелесть какая. Сейчас я посмотрю. Бубличке понравится. Бубличке понравится. Да. Я думаю, что Фокс Бублику не особо игривый, а Бублику как раз он обожает все грызть. Фокс на прогулке гуляет, играется, а Бублик любит вот так вот, когда сам остается. Отлично. А это Александр. Но если нам понравится, то мы заберем это себе, пока его нет. Ой, класс. Глянь, класс. Покажи. Ой, так раз его размер. И цвет, да, вообще классно. Да. Супер. Ну, все, опять его... Любимый цвет. Цвет такой. Слушай, да. Отлично, вообще красота. Да. Прямо на Александра. Вот, тоже. Супер. Супер. Вообще отлично. Спасибо огромное. Думаю, ему понравится. Я ему пришлю. Саш, ну это тебе. А что это? Глазки для игрушек. А это мне. Кошалак? Да нет, ну это всем нам. Шоколадки. Сейчас достаем. Казахстанский. Шоколадом. Глазки. Покажи глазки. Пахнет шоколадом. Да, давайте сейчас там даже сразу конфетки достанем. Вот еще тут конфетки. Вкусные. Вот эти, помните, уже присылали? Да, это шоколад. Каракум. Вообще-то это Александру. Кедровые орешки. Вкуснота. У нас драка за них. Опять Александр. Что там у тебя? Это кому? Что там? Бутылка. Казахстанский кое-что. Это мне. Коньяк. Девчат, это опять Александру. Сумочка. Собачка. Вообще-то на Нирвану похоже. Но тут написано, что это Александру. Конфеты. Это специально Александру. Да? А это чтобы мы не съели? Да. Простите, папа. Пока вас нет. Лежит Александр. Так, ну это тоже вот Александр, да, наверное? Полотенчик, да? Ну это когда в прошлый раз писали, что не поместилось. Блин, так пахнет конфетами. Пахнет. Это, Саш, прям. Тебе. Тебе. Спасибо. Это полотенчик. Кому подойдет? Ну, посмотрим, кому подойдет. Шортики. А, ну это такой домашний. Да, или пижамка, или домашний. Или спать, или домашний. Ну, этот размер на всех нас. Я предлагаю подраться после съемки. Да. Какие котейки! Занимаются йогой. Прикольно. Красавчик.
Так, дальше. Что у нас дальше, Саш? Что-то яркое хочу посмотреть. Галине. Это Галине. Галь, посмотрим, что это? Смотрим. Галя просто снимает. Ну, возможно, мы передадим тебе. Возможно, да? Ух ты, какая да, яркая мать. Цвет, да, как да. Тебе да, розовый, красивый. Класс! Класс? Супер! И спасибо большое. Тебе. С персиками. Это что, шортики? Девушка с персиками. О, красота. О, класс! Шортики, да. Да. Супер. Такие. Угу. Так, Галина, будешь тебе. Нас персиками. Так, дальше. Дальше. Это, наверное, для салфетки для уборки. Салфетки для уборки, да. Ну, такие, как эти. А, микрофибры такие? А, да, классные, велюровые такие. Велюровые, прикольные. Дальше. Прелесть прелестная. Саша. Правда? Да. Это можно показывать? Это мне, в смысле. А-а-а. Ирине. Красота. Ирине. О, хорошая это бокса, тебе да? Спортом заниматься, Галь, Демикс. Галь, это ага. Тебе, это тебе, а это мне. Желтенький. Желтенький мне. Котик мелон. А это тебе. Борцовочка. Я еще вижу там просто для Иры. Да? Давайте достанем конфетки опять. Твоя любимая, Саш. Спасибо большое. Саш, твое любимое птичье молоко. Да. Мы все его любим. О, гляньте. Ух ты, класс! А... Внимание, объект находится. Ну да. Под пуги писающих мальчиков, короче. А, вот это да. Супер! Вот это я понимаю, внимательные зрители, подписчики, наши подписчики. Да, ой, ой, классная ой, майка! Красота! Тоже Ирина. Да, тоже. Ну, у нас вроде одна Ирина. Тоже маечка. Угу. Желтенькая. Шортики. А, тоже спортивный Демикс. Ага. Класс. Еще одна маечка спортивная. Как ты... Фуксия. Это мой любимый цвет. Ира. Галя. Ира. Там написано было Ирине. Ира. Ирине. Ира. Спасибо. Спасибо. Это перчатки. Ой, класс. Да, это то, что нам надо. Очень. Да вообще все. Все то, что нам надо. Еще кусочки. Что это? А тут, наверное, просто кому подойдет. Я не понимаю. Да? Я так полагаю, что знаю, кому желтые носочки достанутся. Ой. Натуральный дезодорант. Прикольно. В общем, да, мы поделим носочки. А, это вот эти квасцы? А, глянь, тут еще несколько штук. А это... Вот такая штучка, это хорошая вещь. Это в письме почитаем. В письме почитаем, ну, короче, корм. Здорово. Да, глянь, три дезодорантика. А, я так понимаю, желтый это мне. Тогда розовый Галине. С мангустиной. А этот с чем? Ну блин, мы все в подарках. Юри Натурал написано. А прикольный запах, прикольный, понюхай, Галь. Да? Угу. Вообще, мятой пахнет. Не, а этот попробуй, как он прикольно пахнет. Ванилью какой-то. Да, вот что-то за такое. А розовый сейчас... Это дай понюхаю. Ой. Сейчас поближе. Сладеньким, да? Да, это тоже вкусненько пахнет. Это вот Галинин. Потом понюхаешь. В общем, все, мы счастливы. Спасибо огромное. Спасибо. А сейчас мы будем примерять все и пить чай с конфетками. Почему чай? Почему чай? Потому что нет Александра и некому контролировать. Поэтому чай. Спасибо огромное. Да, очень правда приятно все. Ой, размазка. Все. Быть добру! Быть добру!
А мы продолжаем. Мы продолжаем распаковку. Это вкусняшки для пикчера и морды. Для пикчера. Вот именно пикчеру. Скажи, старичок наш пикчер. Какой еще старичок? Он мужчина в самом расцвете сил. Вкусно пикчер? Вкуснятина. Конечно. Давай я тебе сейчас дам еще одну и потом оставшуюся. Вот. А сейчас мы пойдем дадим мордочки. Да. Наши мордочки, тетя Морди. Конечно, тоже вкусняшку. Это тоже тебе передали. Сейчас. Ой. Справишься, Морда? Конечно, справишься. Так, тетя Морда, еще один кусочек. Скажи, а то что, пикчеру два, а мне один. Угу. Вот. Так, но это еще не все. У нас еще вручение торжественное. Угу. Игрушки. Для кого? Для маленького Бубли! Да. Сейчас еще донар с прогулки придет, и вкусняшки тут тоже раздадим, а то одна морда. Бублика, вон есть его старая игрушка сгрызанная? Сейчас ему дадим новую. Ему нравится. Бубличка. Что? Что это? Сейчас он ее обнюхает. Где вкусняшка? Угу. Вот. Бубля. Ну, Бубля. Не, он все-таки вкусняшку хочет. Ну, давай дадим ему тоже вкусняшку. Бублички, вкусняшку. О, Господи, кто там бежит? Донечка, заходи. Все, Донечка. С прогулки. Скажи, а что тут? Что тут за раздача вкусняшек? Я не понял. Несанкционированные. Все, ну ему понравится игрушка. Он сейчас это и покушает. Да, Донечка, скажи. Все, уже раздали всем вкусняшки. А мне? А мне? Получил, Донечка? Хороший мальчик. Ну. Все. Бубля. Все, вкусняшку получил. Тогда уже раздаем. Как можно одной морде? Давай Фоксику. Давай. Доня, пожалуйста, сядь на место. Картофель. Зубки. Угу, зубки. Так, Багета уже зашла со своей прогулки. Угу. Можно сейчас еще и Баварии. Давай, она уже, кстати, стоит, выпрашивает. Ой. Все, молодец. Все получили вкусняшки, да? Такое, что за лошадка? Все, все, огромное спасибо Аннушке. Угу. Вот, морда, пикчер, все довольны. И, конечно же, Бублик. Но он еще будет играть. Да, он будет играться. На вкусняшки, да. Вот. Бубля. Оф. Все. Бубля, скажи, оф. Скажи спасибо. Спасибо. Ну, давай, оф. А? Кто тут у нас? Кто? А у нас еще один сюрприз. Я встретила в магазине нашу подписчицу Ирину, и она специально для своего любимчика Хача купила вкусняшку. Да, Хач? Хач, знаешь, какая вкусная вкусняшка? Колбаска? Да. Очень вкусная колбаска. Так, Хач, это специально для тебя. Есть еще, но сейчас я тебе дам только две штучки. Да, мой хороший. Ой, какой, как вкусно, скажи. Вкусно, да? Вкусно. Лапку. Я ем. По-чешски. Может, ты дашь лапку? Лапку. Вот, да. Еще одну, да. Нормально выглядит? Угу. Вот так. Хач во всей красе. Вот, огромное спасибо. От Хача, конечно же. Лапу. Привезли корм для Бегуси. Вот сюда, да, поставьте. Мы спрячем. Вот, огромное спасибо вам. До свидания. Вот, спасибо. 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 Друзья, огромное спасибо всем, кто помогает приюту выжить. Не забывайте про нас и быть добру.